В рамках реализации федерального партийного проекта «Историческая память» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах прошла всероссийская историческая интеллектуальная игра для учащихся образовательных учреждений 1418. Школьники соревновались в знании истории Великой Отечественной войны. От Одинцовского округа приняли участие 10 учеников 11 классов школы номер 1. Рейтинг команд будет опубликован на сайте игры в течение недели.